Здравствуйте, уважаемые телезрители и подписчики моего канала. С вами Штурлак, и мы снова проходим Outlast. Так, мы вчера закончили на том моменте, как мы забрали ключ. Так, только я забыл, куда нам идти. А, отправлять часовню. Я уже забыл, где часовня, если честно. Сейчас, секундочку. Ой. Пойдемте. Так. Ой, опять камера глючит. Так. Тут у нас ничего нет. Да нет, урой. Тут ничего нет. Да что? Так. Ой. Кто-то идет. Я боюсь. Опять страхи. Только где он? Интересно, кто это? Ой, вот он гад. А, это этот опять, тот козел. Надеюсь, он тут один. Так. Тут ничего нет. О, опс, тут этот стоит. Твою мать. Что мне делать? Так, а что там внизу? Так, она тоже закрыта, блин. Ну ладно. Наверное, все-таки к нему надо идти. Чтоб он меня убил. Ой. Пока. Сиди там. Стой там, смотри. Куда хочешь, я его нафиг от тебя свалю. Так. Тут ничего нет. Закрыто. Блин. Тут открыто. О. Так. Должно же что-то быть. Батареечки, да? Или что-нибудь такое. Чтоб мне страшно не было. А то я уже боюсь этих голых маньяков, которые меня убить хотят. Ой, кто это там стоит? Солдат, что ли? Давайте проверим, тут ничего нету. Да нет, вроде. А, о, не, есть. Я ошибся, батареечка. Ну что, подойдем к нему. Рискнем. А, подождите, это не тот священник? Нет. Давайте подойдем. Рискнем. А, он просто стоит, он ничего не делать не будет, ясно. Значит, нам обратно. Значит, мы там просто батарейки нашли. Так, зарядим. Блин, закрыто. А что тогда? А, может, на лифте надо? Блин, нужен ключ. А от кого мне ключик-то взять надо? У того, что ли, дядьки? Тут просто других же проходов нет.
кроме вот как к тому подойти. А вот же дверь, я смотрел. Мне не нравится, сейчас какой-нибудь бабай выскочит, да? А то уже такие звуки, что я уже боюсь. Мне сыкотно. Извините за выражение. Я всегда буду извиняться за такие выражения. Подождите, давайте туда сходим. Там что-то должно уже быть. Хоть что-то. Бедный бильярд. Кто-то в бильярд играл. Компьютеры. Да не, нету тут походу ничего. Только зря время потратил. Ну ладно. Но зато проверю. Так. Тут тоже ничего нет, да? Выход! Ура! Черт, он закрыт. Почему меня обломали с выходом? Так. Раз тут сортир. И так много вещей. Вещей, куда надо спрятаться, значит что-то тут будет. Либо вот этот здоровый хрендель придет. Либо еще что-то. Шортики. Что-то у вас тут много, я вас боюсь, ребят. Так, тут ничего нет. Да не. Да, тут тоже ничего нет. Мне кажется, что вот через то окно мне придется пролезать. Тут вроде бы тоже ничего нет. Так, тут тоже. Ну, кроме досье. Давайте зарядим. Ой, аккумулятор сделаем. Ой. Так, батареечку возьмем. Походу там завалено и мы не пройдем. Ну да, походу надо было через то окно, которое разбито, идти. Но мы зато же проверили с вами. Все. То как тут идти? Сюда что? А там нельзя пройти? Нет. Мы куда-то... А, мы попали где выход, ура! Так, пишем туда. Ой. Стоят тут, блин. Это же этот. Эти уроды. Вы меня трогать не будете? Да нет, они стоят без оружия. Значит, не будут. Они этого священника повесили, сволочи. О, ключ. My Job, you alone shall escape the Telfa. This is your penultimate act of witness. Зачем нафиг? Зачем вы это делаете? Они меня закрыли. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. Now, my son. Зачем вы это сделали, идиот? Откройте! Спасибо. Блин,
закрыто. И что мне теперь делать? Они меня везде заперли. Да. Капец. Я вам скажу. За это... Блин! Валим, валим, валим быстрее! А! Куда свалить-то? Твою мать! Черт, он меня же сейчас убьет! Ой-ой-ой! А не трогай меня! А! Быстрей! Урод! А откуда он пришел? Оттуда, быстрее туда, откуда он пришел, валим. Твою мать! Куда? Да прыгай же! Быстрей! Ля-ля-ля-ля-ля-ля, не догнал, ля-ля-ля, дебил, ля-ля-ля. Ладно. Фу! Это было эпично. Думаю, сдохну. Надеюсь, он не придет сюда. Быстрее в лифт. Я уже обкакался. Не понял. Приколом. Куда это я поехал? Опач, найти другой выход. Окей. Опа. Ух ты. Блин, я думал, что игра повисла и мне все заново проходить. Это же было ужасно бы было. Давайте пойдем медленно, а то мне уже страшно. Что это за хрень? Это лаборатория. Что за... What the fuck? Я так понял, это была не психбольница, а лаборатория. В которой они эксперимент стали. Блин. Я так и подумал. Что тут что-то нечисто. Оружие сломано. Блин, почему я не могу оружие взять? Давайте вперед пройдем. Я думаю, тут двери эти же не открываются, только кроме вот этих. Да. Весело. Все ясно. Ой, выход! Что это за бред? Это вообще какая-то военная база. База, блин. Я вам скажу так, если честно. Что за звук? Ребят, давайте туда сходим, а потом уже туда. Да. Весело. Однако. Значит, это, ну, как обычно, военные вообще замешаны. Так. Тут сломано, значит, нам туда. Я боюсь, там света нет. И музыка нехорошая. Тихо. Что это было?
Что за хрень? Выход. А, призрак! А, не трогай меня! А! Как, что мне делать? А, не трогай меня! Помогите! А! Он за мной идет? Где он? Черт! А! Что за хрень? Что мне надо было делать, я не понял. Может, надо быстро пробежать? А, нет, нифига не быстро. Валим. Куда валить-то? Нафиг. Тут закрыто все. Куда? Открывайся. Уйо! Что мне теперь делать, блин? Ни хрена сколько их. Что этот призрак творит с ним? Что за нафиг? Что это за черт? А, нам уже туда не попасть, тут все закрыто. Из-за этого гребаного призрака. Я тогда что-то не понял. Призраки вселяются в этих демонов? Их убивают или я вообще что-то не догоняю, ребят? Ой, двери открылись. Военные, все трупы. О, дядя, открой мне дверь. Чувак, открой мне двери и все. Я не знаю, что это за символ. Бедный спецназ. Ладно. Ты, наверное, их специально тут бросил. А как к нему вообще призрак не пробрался? Мне вот это интересно. Как я убью его? Это убило. Найти Билла в главной лаборатории, блин. И как же я его убью? Мамочки, мне уже страшно. Столовая. Это что? Мне не нравится. Это все. Мне уже страшно. Отсюда я, по-моему, пришел, да? Или, может, я что-то путаю? Так, там закрыты. О! Как я его нахер убью? Что мне с ним делать? Где он? Нет, нет, нет. Черт! Черт! Как я его убью? Твою ж дивизию! Тут туалет. Б!
блин! Ну, мне кажется, его надо загнать в какую-то лабораторию и в ловушку там и убить его. У меня такие ощущения. Давай, Билл, выходи. Вот он, ты гад. Ай! Быстрее, открывай! Так, что это? Черт! Куда нафиг? Как мне туда пройти нафиг? А, вот так вот. А я что-то туплю. От этих. Адреналин, короче. Я вроде от него убежал. Так. Опять меня на какую-то фигню проверяют. Надеюсь, его тут нет. А мало ли вдруг появится. Камера, она за мной следит. Опача, а это еще что такое? Интересно мне уже стало. И что ж тут сделать надо? Так, батареечка. Хорошо. Значит, нам надо сюда отключить. Чё там? Понятно. Отключить нам надо. Что это за хрень? О, это кто? А это этот псих? Так. Ну ладно, нам, наверное, туда. Так, батарейки. Чё тут много батареек? Раз так много батареек, что-то тут нехорошее будет. Так, а вот у него не надо ничего отключить? Да не, вроде. Ну что ж, мы куда-то пришли уже. Вот какой-то блок или что это. Опять дошли. Опять батарейки, которые мне нафиг уже не нужны. Ну ладно, они мне нужны. Но просто сейчас они мне пока не пригодятся. Наверное, вот эту хрень надо повернуть, точно. А где я теперь в лаборатории генератор надо отрубить? Что? Он вернулся. А! Нет! Не надо, чувак! Пожалуйста! Куда теперь мне бежать? Какую нафиг лабораторию? Или что, мне тут надо что-то отключить? Ой, тут досье. Твою ж мать. Она не отключается, что мне делать?
А, вот сюда быстрее давайте. Наверное, нам сюда. Быстрее. Быстрее, 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 быстрее. А, я боюсь. Сейчас меня укусят. А, он меня догоняет, блин. Так он быстрый нафиг. Фуф. Успел. Ой. Мама. Быстрее. Закрывайся. Я успел от этого гада свалить. Фу. Что тут много да съем? Скажи ему. Ага. Отключить блок по жизни. Понятно, мне теперь надо там вырубить его, да? Обратно сюда идти, что ли, мне теперь надо? Вдруг он сейчас опять побежит за мной. Ой-ё! Куда он меня нафиг свалил? Ох ты ж, ёшкин ты кот. Быстрей. Бегом. Давай. Все равно это призрак, двери тут не помогут закрывать. Так, где? Вот эта хрень, давай. Чё? О. Все. Ух ты, ё. Вау. Это же больно мне было. Ух ты, ё. Что ты творишь? Отпусти меня. А-а-а! Слушайте, он походу в меня вселился. Он в меня вселился, ребят. Так, теперь сваливаем отсюда. Ох, как мне нехорошо. Он же еще в меня вселился. Твою же ж мать. Закрыто? Блин. Куда мне надо теперь идти-то? Я что-то не понял. Наверное, туда, откуда я пришел. Да, точно. Ух ты ж ё. Ну, конечно, мне нехорошо, он в меня вселился, блин. Ух ты, ё.
Все, ребят, уходим. Я на воле. Ура! Чуть-чуть. Опа. Эй, ребята, спокойно, свой. Не убивайте меня. За что? Сволочи! Вот этот поворот, конечно, был. О, ну все. Понятно, они меня убили, и он их сожрал. Все, игра кончена. Ну что ж, я вам скажу, игра хорошая, мне понравилась. Были немножко страшненькие моменты, но так все равно игра прикольная. Побольше бы таких хорроров делать. Ладно, до свидания. С вами был Штурмлак. Еще увидимся. До новых встреч.